Здравствуйте, ребята! Мы находимся с вами на уроке развития личности, где мы учимся отличать добро от зла. Приходим к выводу, что человек сам должен отвечать за свои поступки. На этом уроке мы должны понять и объяснить значение слова «достоинство», определить свое отношение к происходящему, оценить свои и чужие поступки. Тема нашего урока – личное достоинство и уважение к другому. Попробуем подобрать родственные слова к понятию достоинства. Достоверный, достойный, достопримечательность. Часто мы слышим о человеке такие слова: он держался с достоинством, он воспринял эту новость с достоинством. Речь о том, что в любой неприятной ситуации человек не должен забывать об уважении к себе, а значит, не унижаться, не позволять вытирать об себя ноги и спокойно воспринимать критику и замечания. Достоинство — это осознание своих прав, своей способности жить в соответствии с требованиями совести, защищать свою честь, уважать себя и других. Достоинство позволяет занимать активную жизненную позицию и не позволяет делать вид, что я тут ни при чем, ничего не вижу, никого не слышу. Человек с достоинством участвует в жизни близких людей, он чувствует боль и радость жизни. Достоинство позволяет развивать сильную личность. Такой человек развивается и раскрывается как сильная личность, которая отвечает не только за свою жизнь, но и за тех, кому можно помочь. Достоинство позволяет держать свое слово и не изменять ему. Несмотря на сложность ситуации, никакая сила не заставит человека с достоинством нарушить обещание. Достоинство позволяет избегать взаимных обид. Достоинство не позволит нам уронить честь. Что же означает слово «честь»? В каких ситуациях мы употребляем в речи это слово? Когда играем? Честно значит по правилам, справедливо, а не честно, если жульничаешь и обманываешь. Честь имеет родственные слова «честный», «чествовать», «честность», «честно». По телевизору мы часто слышим: «чествуем победителей», «в честь высокого гостя был дан концерт», «чествуют победителей и героев в знак уважения». Честь – это достойное уважения и гордости моральные качества человека. Это доброе имя человека, его незапятнанная репутация. Честь – это готовность отстаивать свои интересы и интересы своей страны. Честь – это внутренний сторож, не допускающий низких поступков. Честь – это одно из достоинств, определяющих всю нашу жизнь. Честь – это неприкосновенность тела, сила души и чистота помыслов. Человек чести уважает окружающих, но прежде всего он уважает себя. Давайте послушаем притчу о чести и достоинстве. Когда-то дружили вода, ветер, достоинство и честь. Они всегда были вместе, но как-то пришлось им разойтись, чтобы каждый мог заняться своими делами. При расставании стали они рассуждать, как им потом вновь найти друг друга. Вода сказала, что ее можно найти там, где растет камыш. А ветер сказал, что он всегда находится там, где трепещут листья. Лишь честь и достоинство стояли молча. Все спросили, почему они не называют своих признаков. И тогда они сказали: вы можете и расходиться, и вновь сходиться, а нам это не позволено. Тот, кто однажды расстался с нами, расстался навсегда и уже никогда не встретится. Так и в жизни, потеряв честь и достоинство, человек переходит границу между добром и злом. Достоинство стало правом каждого человека
на уважение. Это означает, что независимо от возраста, пола, национальности, богатства и всего прочего, человек достоин уважения за то, что он честно живет, отличает добро от зла, не совершает безнравственных поступков и способен быть справедливым. Достоинство помогает осознать собственную ценность. В достоинстве выражено представление людей о равенстве. Задача каждого человека – не унижать достоинство других и не терять собственного. Когда человек совершает добрые, правильные поступки, противостоит злу, он оберегает свою честь. Уважение со стороны других и заключается в слове «честь». Когда человек обретает чувство собственного достоинства, он уважает самого себя. В повседневной жизни есть очень много способов для проявления достоинств человека. Что же это за ситуации? Например, военные действия. Воинская честь – это главное качество, которое должно быть присуще хорошему воину, как рядовому, так и полководцу. Бытовые ситуации. Человек, вступившийся за слабого или оскорбленного, человек чести. Чрезвычайные экстремальные ситуации. Человек, который в экстремальной ситуации думает не о том, как спастись самому, но о том, как спастись вместе со всеми, это человек чести. Очень часто мы видим проявление чести и достоинства в спортивных состязаниях. В спорте человеку приходится преодолевать препятствия, выдержать все испытания. И выдержать их способен человек, обладающий чувством собственного достоинства. Ну и, конечно же, благотворительность характеризует достойного человека, который не упустит возможности тихо, не выпячивая собственное «я», помочь тем, кто действительно нуждается в помощи. А теперь давайте рассмотрим, в чем же проявляется достоинство ученика. Я предлагаю вам запомнить заповеди достойного ученика. Учись жить достойно. Береги природу и учись у нее гармонии. Уважай других. Отвечай за свои поступки. Правда всего дороже. В дружбе – сила. Не бросай товарищей в беде. Различай, где можно, а где нельзя. Проявляй взаимопомощь и благотворительность. Совершай добрые и справедливые дела. В завершение нашего урока я хочу предложить вам послушать еще одну притчу. Как-то мудреца спросили, почему человеку даны два глаза, в то время как у него есть один рот и нос? Мудрец ответил, что левым глазом человек должен видеть собственные недостатки и пути их устранения, а правым глазом – достоинство другого человека, с тем, чтобы оказывать ему всяческое уважение. Как вы думаете, почему человек должен видеть одним глазом собственные недостатки и исправлять их, а другим видеть достоинство другого человека? Подумайте и поговорите об этом в семье. Не смотри, что иной выше всех по уму, а смотри, верен слову ли он своему. Если он своих слов не бросает на ветер, нет цены, как ты сам понимаешь ему. Берегите свое достоинство, защищайте свою честь, но не забывайте, что каждый человек имеет право на уважение. Принимайте людей с их достоинствами и уважайте других. Всего доброго, до новых встреч!